спортсменов и для поколения, идущего нам на смену. Алкоголь к черту, никотин к черту, я год своей жизни посвятил спорту. Вместо штанов предпочитаю шорты, многие считают меня слишком упертым. Всем спортсменам, а также спортсменкам, музыка спортивного и жесткого оттенка. Неважно, кто ты, футболист. Всем физкульт-привет, с вами Александр Маркелов. И сегодня мы поговорим о таком физическом упражнении, как планка. Наверное, многие из вас подумают, ну что там такого? Просто планка на вытянутых и согнутых руках. А нет, планка может быть выполняться как в статике, неподвижно, а также в динамике, когда включаются в работу другие дополнительные мышечные группы, и при этом уже проходит более функциональная работа вашего организма. Идет более активное сжигание жиров, и происходят различные благоприятные процессы в вашем организме. Ну что, если готовы, повторяйте за мной, занимайтесь спортом, укрепляйте свой организм и никогда не болейте. Начнем мы с простой планки в статике. На вытянутых руках и на согнутых руках. После чего перейдем к динамике. Смотрим, запоминаем, повторяем. Тело натянуто как струна, в одну линию. Так можно простоять 30 секунд, минуту, 2-3, в зависимости от состояния вашего организма. Ты должен победить, парень, не подведи. Ты готов, я знаю, ты с нами и не сойдешь с пути. Огонь, сердце в бой зовет снова и снова. Два кулака, два верных друга на долгие годы. Свобода не просто слово, свобода как ритм жизни. Ты должен побеждать, чтобы подняться как можно выше. Люди хотят боя, красок и крови, битвы героев, ударов и криков, что рвутся на волю. И это доля для тех, кто в спортзале потел, что сокрушать соперника словно дикий шторм. Барабаны тарабанят, ноу, сердце зовет бой. И каждый знает, что сегодня ты герой. Четкость ударов и сила поможет победить. За тобой, мама Россия, парень, не подведи. И этот бой уверенный за... Переходим к динамике. А начнем мы с такого упражнения, как погонщики. Касание руками своих плеч поочередно. I'm a crocodile, fucking crazy crocodile.
истинных поклонников спорта. И просто для тех людей, кто занимается. В общем, для всех спортсменов постоянно этот трек посвящается. Поехали. LBK Records. Спорт — это хорошо, я заявляю. Спорт никому не вредит, я уверяю. Спорт помогает для души и тела. Бери сумку, иди на тренировку смело. Придя на тренировку, переодевайся. Заходи в зал, ага, разогревайся. Начинай бегать, боу, татами поклонись. Заходи на ковер и борись. Отборись, пару схваток, отдохни. А потом возьми партнера и на ринг с ним иди. После спарринга иди на лапы, мышцы забиты. Вот так вот надо, вот где надо вечерами пропадать. А не на районе штаны протирать. Если ты спортсмен, ты не пей, не кури. Лучше бегай и на турнике виси. Воу. Лучше бегай. Двоечка, подхват, подтечка, бросок. С такой комбинацией любой валится с ног. Двоечка, подхват, подтечка, бросок. Любой валится с ног, любой валится с ног. Двоечка, подхват, подтечка, бросок. С такой комбинацией любой валится с ног. Двоечка, подхват, подтечка, бросок. Любой валится с ног, любой валится с ног. Каждый вид спорта красив по себе. Тайский бокс — это в порядке вообще? Лао, колени, локти, малаши делают адеме, муитайцы наши. Борчики с техникой — это красиво. Спиночка, пистолет, дзюдо — это сила. Против дзюдоист трудно байговать. Лучше в ближний бой ему не влезать. Греко-римская борьба славится по-своему. Прогибов, татами — это очень больно. Кикбоксеры наши делают красиво. В нашу пользу 10-1 против сборной мира. Сборная мира вас просит удалиться и пойти сразу же умыться. Двоечка, подхват, подтечка, бросок. С такой комбинацией любой валится с ног. Двоечка, подхват, подтечка, бросок. Любой валится с ног, любой валится с ног. Двоечка, подхват, подтечка, бросок. С такой комбинацией любой валится с ног. Двоечка, подхват, подтечка, бросок. Любой валится с ног, любой валится с ног. Слышь, неважно, амбал, мешок, мешок. Любой валится с ног. Слышь, амбал или мешок, любой валится с ног, любой валится с ног. Просто хочу сказать, здоровье не купишь, если занимаешься спортом. Значит, ты не тупишь, ты идешь вперед и закаляешь дух и тело. Поднятая голова, ты идешь смело, да, в жизни спорт стабильно пригодится. В дальнейшем надо будет очень много биться, биться за себя и за свою семью. Надо брать пример, как минимум с Костяна Дзю. Жизнь непредсказуема и очень опасна, но и в тот же момент она прекрасна. Жизнь прекрасна, ты слышишь меня? Жизнь прекрасна. Давай. Двоечка, подхват, подтечка, бросок. С такой комбинацией любой валится с ног. Двоечка, подхват, подтечка, бросок. Любой валится с ног, любой валится с ног. Двоечка, подхват, подтечка, бросок. С такой комбинацией любой валится с ног. Двоечка, подхват, подтечка, бросок. Любой валится с ног, любой валится с ног. Слышь, неважно, амбал, мешок. Любой валится с ног, любой валится с ног. Слышь. Амбал или мешок, любой валится с ног. LPK Records. Занимайтесь спортом, парни. И вы не пожалеете о своем выборе.
Ну что, самочувствие отлично. Немножко даже подустал, показав вам все, ну, некоторые элементы планки, как в статике, так и в динамике. Что могу посоветовать всем вам? Выполняйте как в статике, так и в динамике хотя бы по 8-10 повторений каждой из планок подряд. Вы увидите, как вы в течение достаточно небольшого количества времени укрепите свой организм. Раз. Избавитесь от лишних килограммов. Два. И будете всегда в хорошей, отличной форме. Три. С вами был Александр Маркелов. Занимайтесь спортом, не болейте. И всем всех благ. Всем спорт!